Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, InStation, и в этом видео мы с вами посетим Love Republic, чтобы посмотреть, какие луки к Новому году мы сможем там с вами составить. Погнали! Первый лук, который мы можем составить, это блестящая кофточка. Она с открытой спинкой, и здесь вы можете завязать бантик. Есть в черной расцветке, есть в синей, есть зеленый и есть кофточка прозрачная. Она закрытая. Здесь у нее ткань так собирается интересно на затяжечке. Кстати, давайте по ценнику пройдемся. Стоит она сейчас по скидке 1600 рублей. А блестящая кофта 1000 рублей. И ее вы можете сочетать вот с такими блестящими штанами клеш. Они на резинке. Стоимостью 2000 рублей. Опять скидки 50%. Здесь у нас есть платье с открытыми боками, черное, в пол, с рукавами, стоимостью 2999 рублей. Также платье с открытыми плечами, такие чашечки прям, стоит оно 3999 рублей, сзади на молнии. А здесь, кстати, открытый треугольник. Белые блузочки. Очень мило выглядит. Стоит 1999 рублей. И к ним можно подобрать кожаную юбку на замочке сзади. Прямой силуэт. Юбка-карандаш. Стоит 2999 рублей. Из блестящих новогодних платьев также я вижу здесь с открытым верхом вот такие. Как на одно плечо. Стоит 2599 рублей. Есть серебряная, черная и синяя. За 1999 рублей есть платье с одним боком, открытое внизу, с рукавами, с интересным вырезом наискосок. Есть также серая, черная, синяя и цвет изумруд. Есть платье покороче, поинтереснее. Черная стоит 3999 рублей. И также тренд этого сезона – это платья, похожие на ночнушку. Но они очень классно держат форму. Смотрите, здесь находится проволока, которая держит этот изгиб. Выглядит классно. Стоит такое платье 4599 рублей. Есть черное и есть в пудровом оттеночке. Если вы любите платье более обыкновенной расцветки, без блесток, то здесь вы можете купить синее или черное. Опять на одно плечо. Стоит 4599 рублей. Также из прикольненького вижу вот такие блузочки с открытыми плечами и рукавами. Стоит 3599 рублей. Также в свой образ вы можете включить пиджак-платье. Стоит оно 6999 рублей. Есть в белой расцветке. Есть черные расцветки, также есть расцветка в цветочек. Вот такие платья. Стоит 4599 рублей. Белая с цветочками и черная с цветочками. Топы. Топы есть бежевые, тянущиеся. По 2599 рублей. И такие же есть белые. Юбки. Бежевые с ремешком. Очень интересный вырез. Стоит 3999 рублей. Есть белые и черные. Перейдем сюда. Вот здесь мне нравятся очень интересные варианты. Конечно, это надо на Новый год, где, наверное, холодно. То есть какое-то пространство. Вот такая классная короткая кофта-лапша с рукавами. Стоит 3599 рублей. И к этой кофте вот такая юбка. Юбка на резинке стоит 3999 рублей. Этот лук будет очень классно смотреться с такими куртками. Сколько здесь стоит зимняя куртка? 8599 рублей.
Также мне нравятся теплые платья с узором ромб, с горлышком. Стоит одно такое 4599 рублей, оно тянется. И кофта. Лапша такая же, только более белая, с такой же юбкой. Так, дальше идем. Еще платье лапша, черное и бежевое, по 3999 рублей. Вот, классные блузочки. Одна такая блузочка стоит 2599 рублей сзади на замочке. Есть белая, есть черная. Тут же мы можем подобрать брюки, черные или бежевые. Стоимостью 3999 рублей. Если вы хотите более легкие варианты, здесь есть такие легенькие блузочки-рубашки на пуговицах. Стоят 3599 рублей. Сюда же идет более легкое черное обычное платье за 4599 рублей. Есть расцветки в цветочек. Более длинный вариант, наверное, более летний, но мало ли кому-то из вас понравится. Сзади, кстати, чуть-чуть спина открытая. Стоимость 5999 рублей. Есть оливковый цвет, есть темный. Вот интересное платье, такое же, как черное, только бежевое. Пропустили с вами. Также 4599 рублей. Короткие юбки с пуговицами по 4599. Вау, я знаю, что мне нравится. Пойдемте, идем сюда. Вот это очень красивая юбка бежевого цвета, она кожаная. Стоит она 3599 рублей. Также здесь есть комплект. Это кофточка за 2999 рублей. Кофта лапша, тянется очень хорошо. И такая же к ней длинная юбка. Стоимость юбки 3599 рублей. Я думаю, что можно подобрать к бежевой юбке какой-то свитер. Может быть, здесь какой-то выбрать. Свитер крупной вязки, но здесь только бежевый. Сейчас будем с вами подбирать интересный образ. Есть такая кофточка оливкового цвета. Она стоит сейчас по скидке 1999 рублей. Возьмем ее. Мне понравились кофточки. Если можно их так назвать, короткая лапша. Оливкового цвета и бежевого. И стоимость кофточки у нас по скидке 999 рублей. Можно тоже попробовать ее померить с юбкой, но я не хочу, чтобы у меня был полностью образ бежевый, потому что я сама по себе бледная, поэтому я возьму, попробую зеленую. Зеленый мне должен быть хорошо. Если вас интересуют скидки 50%, мы с вами подошли к этому стенду. Очень классная кофта. В моде сейчас полоска, и это бежевая полоска. Кофточка стоит 1999 рублей. Также мне нравится, что здесь есть свитера теплые. Один такой свитер стоит 1599 рублей. Есть синие джинсы с ними, свитера будут вообще обалденно смотреться. Есть разноплановые кофточки с большими вырезами. Черные и белые по 999 рублей. Вот такая классная есть розовая и черная кофта, лапша на замочке, на большом замочке. 3599 рублей. Ну и я хочу все-таки подобрать какую-то блузочку, наверное. Вот еще есть кофточки по скидке, если вам интересно, теплые. Длинные кардиганы. На мне сейчас кардиган из Pull&Bear, но он очень похож на ткань, из которой здесь делают кардиганы. Бежевые кофточки. Так, что по стоимости? 1999. И ценника нет, но я думаю, в пределах 3000. Кожаная блузка 1599 рублей. И есть такая же в формате маечки топа 1999 рублей. Такой
такой не праздничный вариант. Но юбка мне нравится, юбку я возьму, а вот вверх сейчас будем подбирать или здесь, или уже в другом месте. Но обе вещицы классные, мне нравится. Ставлю 10 из 10. К сожалению, в магазине очень громко играла музыка, поэтому я озвучиваю этот ролик прямо сейчас. В общем, я говорю здесь о том, что ни один из верхов мне не подходит, потому что они все достаточно бледного цвета. И плюс они смотрятся на мне не празднично, просто не мои вещи. Поэтому верх я пошла подбирать в BeFree. Это я снимать не стала, потому что подбирала я его очень долго. Но прямо сейчас вы увидите итог, что же я купила и какой у меня образ получился. А кожаная юбка мне очень понравилась, поэтому ее я взяла. Вот такое видео у меня получилось, я надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписываться на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А сегодня с вами была я, Инстейшн, и всем пока-пока!